Достаем рамку. Сверху мы видим печатный товарный мед. Пчеловоды Костанайской области развивают экотуризм. В нетронутых человеком лесах региона появились медоносные угодья, доступные для обывателей. Здесь не только раскрывают секреты получения качественного меда, но и лечат сном на ульях с пчелами. Полностью органическое пчеловодство у нас, эко-пасека, без применения какой-либо химии. Здесь поляны и леса никогда не обрабатывались ни пестицидами, ни гербицидами. В меде только чистое, природное, полезное. Первые туристы впечатлены природой и вкусом экологически чистого меда. После дегустации не остается равнодушных к натуральной сладости. Прельщает то, что поля идут без химобработки. В наше время это очень большая редкость. Продукцию пробовал, продукция на самом деле отличается от других. На таких лежанках туристы восстанавливают здоровье. Здесь же пчелиный улей. Эффект посетители получают от тепла, вибраций и ароматов меда. Опыт пчеловодов из Костанайской области уже заинтересовал пасечников из других регионов. Они также намерены развивать экотуризм.